нам поможет в лице Америки, Франции, кого угодно. Помогла? Потеряли бы все, если бы не Путин. Не понимают они это? Ну, не понимают, ну, значит, так. Сказал Владимир Владимирович нам вчера. Мы не будем навязывать. Мы, который одобрит армянский народ. Вашингтонский договор предусматривает, что Карабах весь перейдет к Азербайджану. Это значит что? Ну, я даже молчу о том, что там будет с армянским населением и прочее, будет исход. Я сейчас не про это. Но это как минимум значит, что оттуда будут выведены российские войска. А следующая будет российская база. А следующее будет, что мы про существование Армении как государства будем знать из учебников истории. И наши дети об этом знать. Как мы сейчас из учебников истории знаем, что когда-то была великая страна Урарту, потом великая Армения, Тигран Великий. Когда-то, 100 лет назад. Профукали то, профукают и это. Карабах to be a part of Azerbaijan.